Несколько Геннорд, это аккаунтов. ты, погнали. Все, давай. Погнали. Вообще по красоте сейчас. Боси! За звание топ-1 гудгейма и руку. Тогда ты не со мной играешь. Топ-1 гудгейм — это Империус. Блин, я хуман. Блин, ты тоже, что ли? А что за странные правила у вас такие? Я ну, мы если хуманом попадаем, то не играем. Почему? Ну, потому что это у нас основные расы. И будет у одного игрока преимущество. Хотя я бы его и с другой раз убил бы его хуман. Давай, пух. Сейчас погоди. Пыс, перифери, пожалуйста. Я, по-моему, свой аккаунт. Да что такое? Ты что за бред? Видел, ты тоже хуман? Я бы вторую игру поставил, достался бы хуман. Понял, да, как рандом на твоей стороне? Если бы мы без этого правила... А он не может выставлять просто не хуман и все? Нет. Ну это нам тогда нужно расы ставить какие-то. Господи Иисусе. Блин, я цвет не успел поставить, ну ладно. Ты фиолетовый цвет Скай не успел поставить. В смысле 2-0? 1-2-0 в мою, он же... Я же ливый, да. Все отлично. Я не хум. А ты у меня там орёт. Для полной картины надо было запустить стрим. Для полной картины я вообще тут не нужен. ПСП, за кого он там играет? ПСП, ты у нас участвуешь во всех. Да, давайте тогда так, что я могу говорить, а что я не могу говорить. Ну ты можешь чатик читать, рассказывать шутки. Только юниты не говори. Ну вы когда разведаете друг друга, тогда я начну что-нибудь там. Знаешь, как Майкер обычно делает, когда на российских лан-турнирах звукоизоляция очень хорошая. Я помню, как у Хэппи горело, когда он палил его перед никером. Блин, как кошка горет. Ну, видимо, не очень сильно. Сейчас, погодите. Слушай. Так, а что такое? Что такое хаф у тебя? Хочет трудно посмотреть, как за какой раз я играю. Да. Так как он это сделает, непонятно. Катя, сядь вот здесь и сиди. Она просто, когда я ее не пускаю, она орет. И ей дерет. Давай, готов, пух? Угу. Я слышу, ты что, он паузнул, я не готов. Фу, он манер. Я предлагаю дисквалифай. Да. Ладно, я дам ему фору. Кто там он, БСП? Ну ты сейчас узнаешь. Знаешь, сейчас 10 минут будем бегать, качаться. Я не уверен, что тут много респов, на которые можно прийти как бы, и долго искать. Хотя азербайджанский игрок Зим как-то это делал в поединке с Джейдонгом, но... Сразу видно тут Старкрафтера. Ну, что поделать, я смотрел Brood War очень давно и долго. С комментами Брюса? Я именно так и на ГГТ попал. То есть, если бы не Брюс, меня бы тут не было вообще. То есть, я смотрел. Но мы спалили раз. Сайвера. А, окей. Значит, Пух играет за Undead'ов. Ну, он да, пришел. Кто-то не понял, да, еще. Сайвер, Джангби, Реднада, кто там был еще? Ну тогда же играл и Адвокат, и Андроид, наши Мандрагора. Мандрагора. Мандрагон? А Мандрагора это что? Это растение такое. Да, я. Оно вымышленное. Да. We need more number. We're complete. Ого, полегче, гули. Пуха, тебя будет стрим, спрашивать? Нет. Видите, ребят, от пуха не будет стрима. Фу, ну. Что, ничего не поделаешь. Ты не рубку делаешь? Нет. Отставчик. Слушайте, он пытается мне гранта окружить. Музыку включу себе, потому что что-то... Говорят корейцы. О боже. Вот это прям мне подфартило. Ух, явно не в форме.
Вообще. А сам играет, сам коммитит, блин. А деньги идут мне. Да. Кстати, ребят, если вы хотите поддержать наш БО-7, вы можете скидывать деньги в призовой фонд. Призовой фонд БСП. Ну да, естественно, БСП тоже идет большая часть. Потому что он тратит хорошо, очень много сил. Хорошо бы вся. Хав, ты же будешь в Heroes of the Storm играть? Конечно. А ты? Естественно. Но я поиграю наверняка так же недельку и и кинешь Бонивура. Ну, не Бонивура, может кого-нибудь еще, кого я позову туда. Уже пойдем, да ты че, будет здорово, это же Blizzard, это же Heroes of the Storm. Потом, нет, что-то слышно. Опа, что тут у нас? Тайная разведка. А вообще ничего, что как бы я разговариваю, у вас там-то концентрацию не сбивает, ничего? Не, вообще не сбивает. Не, просто чтобы потом было, не было таких отмазок, типа, да это БСП, все, мы разговариваем. Ну, естественно, они будут. Будет крайне любопытно. Да, потом Бонич создает еще одно реалити-шоу. Да без проблем вообще, я думаю, так и будет. Ты про этих и... Да. Ходс? Да-да-да. Давай не спи. Не, не сплю еще пока. Немножко подхрип. Вот только на руку. Комментируем что-нибудь, может быть. Да. Ребята, чаще задавайте вопросы, получайте интересные ответы. Интересные? Да. Если интересные будут вопросы, ответы тоже будут интересные. Может, иначе зачем вообще мое наличие здесь? Я пошел бы тогда в Torchlight дальше играть. Blizzard ведут название, у которого сокращение HOTS — это в плюс. Или это в минус. Это Blizzard. Как бы они постоянно такие темы проводят. We're under attack! То есть вы можете посмотреть, кстати, интервью. Перевод интервью с Крисом Сигати, исполнительным продюсером по Heroes of the Storm. И... Смотреть, получить более подробный ответ на ваш вопрос. Здесь какие-то бои напряженные. Ну как бои. Пока одностороннее сражение немножко. Почему пух не красный модер? Потому что он другой красный, видимо. Я ему дал права. Не, потому что Пуп наверняка пошутил что-нибудь про Бонича, мне кажется. Типа, красный связан с температурой, а температура связана с Бонивуром. Ну ладно. Не засчитываем этот ответ, хорошо, он не очень интересный. Ты любишь Пуха? Как-то, не знаю, у меня не было мыслей по этому поводу. В каком смысле? Я не писал ему никаких писем соответствующего содержания, поэтому, скорее всего, как бы... У меня профессиональные отношения. Зачем дети топили осла? Ну, заслужил он, видимо. Что за осел? Понять не имею. Может, из какой-то детской сказки, которая сейчас модна?
Да, не знаю, можно. Почему у пуха гулей бегают с бревнами? Им ведь тяжело воевать так. Ну, если вы не знаете, то бревна добавляют дамаг. Это же магнитофоны. А? Магнитофоны же. Не-не-не. Ты пасхалку забываешь. Гули добавляют дамаг. Это как раньше тема была, что эти торы, премиум торы, тоже давали дэмэдж. Ну, знаешь, это когда... Нет, я не... Ну, ты пока вспоминай, я отвечаю дальше на вопрос. БСП, что лучше, Варик или СК? Старкрафт, естественно. Как бы ответить хорошо на этот вопрос? Лучше что вам интереснее, вот так скажем, так. Я вообще не люблю сравнивать игры. Неважно, какие они там. Насколько они убогие. Кому могут показаться. Почему Бонни не позвали? Звали, он владец. Да, поэтому нельзя ответить на ваш вопрос, потому что позвали. Мы не позвали. Но я, честно, я любил очень сильно Brood War. Я очень плохо играл и очень плохо играю в него до сих пор. Но, как бы, мне нравилось смотреть чемпионаты по Brood War. Особенно там в комментариях какого-нибудь Артозиса или Тейслоса. То есть, это, конечно, Брюса. Позже было. Сначала, да, естественно, сначала я узнал об этом от Брюса. Всяких. Ну, сначала, по-моему, первый раз я смотрел близко поединок Red Nada против Джангли. Сначала они играли на Колизее, потом на Блюшторме, а потом на Андромеде. И выиграл Red Nada 2-1, по-моему. Вот. Ощущаете ли вы вину за то, что подсадили Бонни на лол? Ну, за себя могу сказать, что нет, у меня нет никакой вины абсолютно. Я Бонивуру, опять же, повторюсь, говорил: Бонч, давай попробуем. Мне интересно. И тебе тоже интересно, потому что ты сам как бы мне говорил о том, что мы, ну, надо как-нибудь попробовать. Окей, попробовали. Мне не очень понравилось, Бонч затянуло. Все, конец истории. Да, а напоминаю, что сегодня вы смотрите, да, поединок за звание мисс... Ой, ничего не говорю. Я, нет, нет, в другом русле мисс находились. Что с голосом? Ты пьяный? Отличная. Кто именно? Отличный вариант. Нет. Так-то все. Я не договорил, кстати, да, тут у нас поединок за звание топ-1 ГГ. Из двух участников только, Хавк и Пух, то есть другие даже не были приглашены на квалифай, да, поэтому турнир двух людей. Что делаешь на ГГ? В основном, когда появляются какие-то интервью или интересные материалы, то есть нет, если появляется интервью по инициативе ГГ, то я их перевожу. Если я нахожу интересный материал, который ГГРУ согласен разместить, то, соответственно, я их перевожу, и они размещаются. Ну и все это, естественно, за денежку. Ты же говорил, тебе не дают денежек. Ну вот за ВЦГ пока нет, ничего не дали. О! Ну там, видишь, там, я-то планировал, думал, о, сейчас на ВЦГ. То есть у меня тариф определенный по переводам. Я думаю, сейчас там будут, мне обещают, там каждый день по несколько вьет. Такой же прикидывал, сколько. А тут с китайского тебе, да, приходится? Да, тут в итоге там трехминутные, даже меньше вьюшки. И в итоге как бы... Ну, короче, ни о чем получилось. Какой счет? 0-0 счет пока еще. Как там твой ВВС? Пардон, что? ВВС. Что мой ВВС? Может быть. Или BBC, может быть, имелось в виду? Ну, в любом случае, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Как тебе WCG 2013? Мне больше нравилось WCG 2009, по-моему. Тогда были отличные трансляции. Просто, ну, не от Good Game, я имею в виду официальные. Тогда они были не на Twitch. Они шли, по-моему, прямо на сайте WCG, на их плеер собственный. Очень много народа было, очень красочно все сделано, интересные там матчи. В том числе там уже был, по-моему, Брюс против Бису. Или это было в 2008 году, ну, где-то так, по-моему. Вот. Мне вот. А в этом году, ну, да, ВЦГ, но.
чтобы прям такого интересного, что выделялось в предыдущих, я не увидел. Будет ли Good Day хоррорской игры какой-нибудь? Без понятия, пока еще не решали. Сколько языков знаешь, как переводишь? 2, учу 3. Переводишь английский или немецкий? Английский. Чем вообще по жизни занимаешься? Ищу нормальную работу по жизни. Беспеха. А вот это я не знаю, могу ли я озвучивать или нет. Скорее всего нет, потому что с телефоном все будет. А у нас тут замес, к слову, да. Парижи, счет пока еще 0-0. Юрфмен написал пустой. Так, сохраняем репки, вышел. Сохраняем репки. И это 1-0. И вы могли догадаться. Да, теперь Пух создает карту. Ну, естественно, и выбирает. Где были Верма у Пуха? Понять не имею, я практически не слежу за игрой. Контраст той должности, на которую меня взяли в этот матч. Берите краба, чего? Чего брать? Краба. А где он? Так он же в этот... Его нету в чатике. Да не, он что-то пишет. Кого нет в чатике? Вы про кого, ребята? Хотите, я позвоню Бонивуру? Давай. Мы же его добавили в конфу. Нет, на мобильник я имел в виду. Да не, не надо, он же в лолец играет. Он тебя потом возненавидит. Ну и что теперь? А я напоминаю, что Диана, у нас идет... Ролик, я могу выдать предупреждение, Диана? Нет, не могу. Черт. Диан, ты мне говорил, что у тебя много работы. Почему ты здесь? Ноу-хав. Сейчас, секунду, у меня там намечается событие. Событие? Диан хочет мне показать, как вы это предупреждение. Нет, ты мне сначала права такие же, дай как бы себе. А какой ЛТ? Это ненормальная карта. Ну ладно, давай. Не, ну ЛТ это просто... Я думал, у нас стандартный мапул, не для 2003 года. Стандартный. Ладно. Ой, у меня какая-то полоска опять зеленая, посмотрите, надо. Это баг известный. Всегда показывают полоски ХП, я нажал и... На тебе. Сириус М2 будет? Не будет. А что будет? СП, ну чё, за кого он там играет? Не пали. Знаешь. Всему в своё время. Ставки где делать? А, вы можете скидывать деньги мне все, а там разберёмся. Какой третий язык учишь? Я учу французский сейчас. И как успехи? Чтобы девочек кадрить. Ну, так себе. То есть мне для начала надо выучить нормально базу, чтобы я мог нормально уже потом, смотря фильмы и сериалы, как бы поставить себе нормальное произношение. Вот. Я тебе могу одну француженку посоветовать. Она русский как раз учит. Спасибо. Возможно, я рассматриваю этот вариант. Не, она просто тебя может поучить французскому. Может, еще кое-чему. Ну, насчет кое-чего не обещаю, но... Так это уже задача БСП. Ну да. Почему бы и нет? Ты мне уже писал, Галыхов. А, я бы еще, кстати, японский. Японский? Да, ну я, знаешь, ты помнишь, как это Марко да Нинджи еще? А, субараши дайно кен. Содоска! Йохузо, вакаримашта. Да. Тебе лучше бы корейский учил. У тебя, помнишь, с прожектом хорошо получалось. Аньохасео, тэнтун ямин. Уринан шимиго шимида. Да-да-да. Просто я помню ты прожект в Good Day, по-моему. Это был не корейский, это был русский с корейским акцентом. Ты думаешь, если бы я мог изучать язык, тупо пародирую акцент, это, знаешь, на французском, когда у меня ограничился. This is so inappropriate. Хорошо, я тебя понял.
Так, он арчишка. Сова, ну ты нервы па. Жен мне нервы па. Ух ты, орк. Да ладно. Блин, что это за крипы глупые? Они бегают постоянно. А, вы узнали, раз тут. Да. Отлично. Можешь палить. Я, по-моему, пух тут прибежит. Да что ты творишь-то? Слушай, пух, остановись. Не, ну тут имба, короче, пух мониторит. Ты знаешь, как в клубах мониторишь, да? У пуха два монитора, вон. Стрим палит дальше. Да. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged. Японский пух несложный, очень сложный письменный. Да я не собирался его писать, а так-то. Не собирался писать? У меня вообще в письменном все языки не очень. То есть я больше люблю говорить, чем писать. Как говорится, чукча мечтатель, чукча писатель. Тьфу, наоборот. Нафига я это сказал? Фу. Сейчас будет божественный мув. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорош, хорош. И... Блин, пух, хорош. Почему у тебя скорость больше, чем у него? В смысле скорость? Потому что я его поджимал, я-то микро показывал. А-а-а, вот оно что. Я, видимо, за бэмом не видел. Там арча было или кто? Ну да. Пух украл у меня крипа. Наказать негодяя. Все будут наказаны. Откуда у тебя ВТП, пух? Ты его не продавал, что ли? Не успел. Так. БСП, посоветуй сразу. А ты кто у нас? Ты у нас эльф, да? Найт эльф. Ты можешь причем взять бесполезный айтем циклон. Крайне бесполезный айтем. Ты у тебя после УЦГ? Да, ты можешь его взять, да. Пуха сегодня обижали, чё он такой грустный? Он просто сосредоточен. Он... Кого обижали? Пуха. Да я просто пришел и напрягаю его. А ты-то тут при чём? Не, ну он обиделся. Он спокойно своими делами заняться. Да. Он там сидел, в Injustice сыграл. Да-да-да, я, кстати, видел. Три раза сообщение в стиме вылазило, что там пух. Пух играет. Да. А кто ему это сказал? Это ж он Fallen, по-моему. Это Fallen! Фоллан во всем виноват. Не, Фоллан красавчик. Я вас поздравляю, ваш матч вышел в топ 1 Good Game. Осталось теперь понять, кто из вас топ 1 Good Game. Я смотрю, там это первая игра, нет. PTR, это вторая игра. Но счет мы можем не спойлерить. Ух ты, где сапоги взял? Все равно напишет. Мне кажется, пух читерит, он сапоги где-то нашел. То есть ты подумаешь, есть чит. А что мне так денег надо? У тебя появляются сапоги. Было бы крайне любопытно, если бы это было так. Если бы это было так. Новофильм.тв. Да, новофильм.тв. More lumber is required. We can't build. Смотри голосование. Какое тут голосование вообще у вас? Ну, кто победит? А при чем тут 22? Ну, мне лень было писать. 22. По-моему, мне застраивать собрался. Ты как думаешь? У него там лесопилка есть. Мне кажется, у меня где-то тут рядом с базой уже таур строится. БСП, за кого ты болеешь в этой схватке? Я болею за крипов. Я надеюсь, что они кого-то смогут убить. Я понимаю, что мои надежды скудны в этом плане, но... А вдруг? Блин, у него уже третий левел. Черт, хав. Мейдэй, мейдэй. И став есть. Так он действительно меня тут собрался застраивать.
Как я это спалил? О, прикинь, да, я даже я не заметил, хотя мне все кажется. Так я когда увидел это, когда увидел, сразу понял, что это застройка, потому что у него Т2 зданий не было. Какой призовой фонд турнира? Конечности Тэй. Я правильно понял? Вообще да. То есть, это не моя идея, естественно, то есть я такие идеи не придумывал, это идея как бы совместная Пуха и Хавка. Блин, у него уже таурка одна. Мне кажется, надо забанить Пуху на турнире. Он юзает неправильно страты. В смысле? Ну, сори, Хав, тут нету такого как бы. В правилах такого не указано. А где правила вычитать? У меня в голове. Я их на ходу придумывал. Записи футунов не будет, скорее всего, нет. Хотя, может быть, хапнул. У меня есть запись, я просто не знаю, выкладывать, нет ли. Да, я тоже не думаю, что она особо прям такие. Если вам прям так нужно, я могу зайти. Да, зайдите на YouTube просто там. Не, ну и на YouTube-то у меня нет ее. А. В смысле, она у меня на компе есть, а на YouTube нет. Не, ну на YouTube-то можно залить, на GG и выкладывать, думаю, нет смысла. Стафанул талона хав. Это единственное, что успел увидеть. Почему Хавка Пух играет в мертвую игру? Но они сами не очень живые на самом деле. Если так уж. Озвучиваю счет с интервалом 2 минуты, да. Это. Ту-ту-тут! Внимание! Счет данной игры 1-0. Абдера, позовите. Ну, дело в том, что только два человека могут принимать участие в этом турнире. Да. Только две квоты было на этот турнир. И обе эти квоты были созданы организаторами турнира, они же участники этого турнира. Все по скиллу. Пух, не трожь барак. Блин, у тебя хорошая дикция и голос. Спасибо, Ален, зайдите в мой профиль, там есть ссылка на мои демки. Можете зайти, послушать, набить мне счетчик. Ну все это платно. Нет, это бесплатно. Там есть супер имперсонация Иллидана из трейлера Blizzard. Не хочешь на радио? Какой такой трейлер? Нет, я бы не хотел пойти на работу на радио, я бы хотел пойти работать локализатором каких-нибудь, озвучки игр, там, не знаю, программные продукты, без разницы. То, чтобы был бы гибкий график и интересные... Ай, как это назвать-то? Сюжетная тема. Не платили в финал. А радио, вот Бонич работал на радио, но это скучно. Так он там не работал, он просто приходил. Ну, нет, нет? Он работал, но это как бы просто для галочки. Почему ты на стриме у Хавка? Лучше бы Пуху мешал, то есть помогал. Ну, я не могу. То есть правилами обусловлено, что я не раскрываю информации касательно каждой из сторон. Где не правила? Надо, то будешь GTA всякие переводить в 1С. На самом деле я 1С отправил в свое, как бы, можно сказать, портфолио, поэтому... Ну, надо же с чего-то начинать. Я бы GTA переводил, честно скажу. Почему нет? Хотя GTA на самом деле, по идее, нельзя переводить, потому что GTA. То есть серию GTA максимум надо субтитры к ним. И все, то есть... GTA переводить на русский это просто бред. Ну, в плане озвучки я имею в виду. Почему? Ну, потому что она пестрит просто иностранным юмором, который под наши не адаптирует практически. То есть можно, конечно, какие-то параллели провести, но чтобы прям
Вот сказать, что это один в один поймется нашими зрителями, ну, я имею в виду полностью русскоязычных, которые далеки от английского именно юмора. Это будет глупо. Как насчет возродить Фаргус? Не очень. Я помню переводы. Я играл когда-то в Enter the Matrix, и там фраза типа... Ну, когда человек соглашается с мыслями предыдущего и говорит «Yeah, right», то Фаргус перевели так «Да, направо». Окей, подумал я. Ладно. Нельзя переводить игры от Rockstar, совершенно верно. И GTA переводить как Дэн. Ну, я видел, как Дэн играл в GTA, не очень понравилось, что говорю мне. Пора озвучить счет. Ту-ту-тут! Внимание, счет по-прежнему 1. Кто-то умирает, по-моему, Талон умер. Нет? А, 1-1 уже? Да ладно, серьезно? Какой 1-1? Вы чё? Чего вы взяли? Не надо меня тут путать, ребята. Я и так за игру это плохо слежу, вообще с ним. После сообщения опять должен быть сухой сигнал? Зачем? По-моему, так не бывает. То есть обычно такой сигнал, сообщение и все. A player's forces are under attack. Или как? Войска вступили в бой. Там вот так должно быть, да? Я даже пока не могу понять, как бы, застройка удалась или нет. Скорее нет. То есть, как бы, да, вроде что-то строится и что-то стреляет уже построено, но... Чего-то не хватает здесь. Хотя талоны дохнут. Талоны дохнут. Это мое хоку, блин. Талоны дохнут, дохнут талоны. А сможешь повторить, как в оригинале EA Sports for the game? Не знаю такое. Я помню только EA Games Challenge Everything. Вот это было. У их родителей тоже отличная дикция? Вот нет, кстати. Я не уродился таким. Как можно таким уродиться? Я просто с детства любил как бы повторять какие-нибудь прикольные фразы. Вот, ты что, теперь звезда телеканалов не здоровишься с простыми троллями? Тоник 89. Я просто следил, пытаюсь следить за игрой, как бы, первоначально моя задача. Поэтому простите, если я пропускаю некоторые сообщения. Оку в 3 строчки. А, пардон. Талоны дохнут. Дохнут талоны. Талоны дохнут. Или там, как бы, последняя строчка должна, как бы... немножко другое носить характер. А, хорошо, давайте так. Талоны дохнут, дохнут талоны. Застройка. Вот так вот тогда будет. Хав, как у вас дела с пухом? Отлично. Отлично. Масса растет. Голосом Бэйна или Джокера из фильма сможешь? Смогу. Конечно. Это у меня даже есть в демке на... на voices.com. ВСП не... Стрим был между Хавком и Пухом превращается в рекламу БСП. Просто. Ладно, ну как ты же должен оплачивать свои услуги? Конечно. Do you feel in charge? Oh, so you think darkness is your ally? Чей голос для тебя самый противный? Где, на Good Game?
Хорош. Я не знаю. Я просто никогда не задумывался, что прям противный голос. Максима Галкина, я бы сказал. Вот голос Максима Галкина мне не нравится. Блин, прям какая-то осада, я не знаю. Слабо голоса города. Хочешь автомобиль, да, типа Силич, я никуда еще не могу взять. Пробируй хавка, пуха и тейп. Дохлый номер не получится. Почему? Ну потому что. То есть, естественно, хорошо получается пародирование голосов те, которые какую-то тебе такую, ближе? Знаешь, имеют необычную. То есть, и только поэтому они узнаваемы. То есть, либо ты точь-в-точь пародируешь голос, либо ты вот повторяешь эту нотку, за счет которой все узнают голос. Так, тут идет демолишн просто Мунвелла. Думаю, Майкер сможешь. Ну, вообще, как бы у меня, когда я стримы какие-то делал, получалось голос Майкера совершенно случайно. Research finished. Так, давайте вернемся в игре. Для новых зрителей, которые присоединились к нам сегодня в этот замечательный вечер, поединок Хавк против Пуха за звание топ-1 ГГ по версии Хавк и Пух. Счет пока 1-0 в пользу Хавка, но мы видим, что образовалась некая граница между двумя государствами Хавка. Скажем так, таможня в лице фиолетового орка. Да, а я смотрю, Герцкий, ничего не боитесь. Тихо, Михран, тихо. Ну просто надо как-то это ускорять немножко. Прилетели Змей Горыныча от Хавка. И, к сожалению, у нас смерть. Чёртов херокиллер. Да. Keeper of the Groove скончался. Не дожив до 4. До 4? Да. Лет. Он же у тебя третьего левел был. А, ну да. Спародируя Калит. Да ладно, самое простое вы решили, что ли, спросить? Тоже слишком легко. Живые наступают. Живые? Угу. Что-то живыми тут не пахнет. Почему? А кто тут наступает? А как ты Пенни нажал? О, минус инк, да. Инк. Ой, фу, блин, как были там. Демон Хантер, естественно. Пинг! Я просто сегодня все мысли про Элидана, поэтому... Пинг! Да ладно, но БМ убежит же, я думаю. Бежит. Ты можешь будешь водить? Да. Химера, то что-то как-то. Тут отдавали. Опа! Какая они достреливают? Что-то эскадрилья как-то тает. Немножко не находишь? У кого? Двоя. Пух, наконец-то экспант нашел.
Да я его видел, но что я могу с ним сделать? Так застроил бы его так же. В чем проблема? И тут граница все-таки почти прорвана. И таможенные пошлины сойдут на нет. Ой-ой. Пион под спидами стоит. Это 2-0! Крафты тащит! Почти топ-1 гудгейма, и сколько мы там денег собрали? Что? Вас плохо слышно, вас не слышно. Учитывая, что денег мы, походу, не собрали. Так, ну третью карту я создаю, да? Почему? Лузер пик же. А, ну ладно. Сейчас какой-нибудь ГВ создаст. Чё это за пландер? Ты слишком стар, погоди. Давай это небольшой мини-перерыв на 2 минуты. Блин, типа скажи зрителям, почему ты проиграл. Пошел бы озвучивать новости, маловероятно. Плохо сыграл. Блин, я лимон ем. У меня чай с лимончиком. Читай новости голосом. Да что за бред? Зачем я сделал кислотное дыхание Химера? А у них дальше стрельба. Мы будем играть, нет? Давай. Ну, Хавк решил попсить. Просто. Не, ну мы же должны со зрителями общаться. Не только БСП должен урвать все. А толку на твоем канале? То есть все деньги за рекламу идут к тебе. Да, реклам вроде нет в начале месяца. Да. Дай-ка посмотрю. Ну, посмотри. А, сейчас я не могу смотреть статистику твою. Блин. Почему? Ну, не знаю, но она пропала просто. Просьба программистам сделать так, чтобы я мог смотреть статистику всех. Статистику Хавка именно. Это новый пландер, да? Не знаю. Сейчас я тебе даже скажу, сколько у меня там за сегодня. Ой, что нас ждет впереди, ребята. 45 рублей за сегодня. Нет, что-то есть. Дайте я разок нажму. Это мало. Ну, я не жал же. Ну, естественно. Естественно. Счет 2-0. Санчес 5. Ру. 1. Ру. 51. Пардон. Блин, БСП, почему ты не палишь мне его расу? А, он сам спалил. Зачем? Ну все, у нас эльф на эльф. Your building is complete. Create more moon wells. Create more moon wells. Your building is complete. БСП, где будешь Новый год праздновать? Дома, как обычно. Я выключаю телефоны, покупаю две пиццы себе. Вкусные. А виски? Какой виски? Что? Ты думаешь, я в одного у камина сижу с бокалом тогда в халате? Я так сижу. Обычно. Итак, и просто смотрю на огонь. Лучше на Good Game смотреть. Не, я обычно просто скачу какие-нибудь интересные фильмы, возможно, которые я уже смотрел не раз. Звездные войны, допустим. Да. Ну, Властелин колец, как вариант. Не, Властелин колец я заспал бы. Я ни один фильм Властелин колец, кроме Хоббита, я не досмотрел от начала до конца. Слабенький. Я просто выключал его, потому что так скучно, что. Ух, а ты где? В смысле, где? Ну, снизу. Мы про Новый год. Посмеялся на этот. Forever Alone, да, ребята? Forever Alone New Year. Что может быть лучше? Да много чего, но... Властелин колец скучно, но реально. Да вы не шарите. Но я Хоббита еще посмотрел, потому что там... Как он, господи? Мартин Фриман, по-моему, да, его фамилия?
Под Новый год один дома первую часть смотришь. Я столько раз ее смотрел, что я уже не могу. Меня хантами, что ли, будут пушить? БСП, ну-ка расскажи мне. Даже если бы я знал, Хавк. О чем я? То есть, если бы я даже видел и смотрел прямо на то, что тебе надо, я бы не смог идентифицировать это. И всех потерял. Да? Что? Там просто Холли Мур в чатике развернулся. Насчет чего? Звездных войн? Да, ребят, я просто больше люблю Звездные войны, честно скажу. Я фанат и как бы... Ну как, не фанат прям такой уж, но я намного интереснее... Но ваш Властелин колец говно. Не, я не говорю, что Властелин колец говно, я говорю, что мне было смотреть скучно. То есть, как я могу говорить, что фильм плохой? Я же говорю, ну, ты только что сказал. Не-не-не, я сказал, что мне скучно было его смотреть, что фильм плохой. Это разные вещи. Кто там колодит? Что, пардон? Да там кто-то... У меня снизу кто-то колодит что-то. А, да, такое бывает. Это соседи, скорее всего. Угу. Седьмая часть будет чем-то, или это дойка легендарной саги? Ну, с одной стороны, Джордж Лукас отказался участвовать в это дело, с другой стороны, Джей Джей Абрамс, который снял два неплохих Стартрека, ремейка. То есть, по крайней мере, это не должно быть просто, там, скажем, каким-то тупым фильмецом. То есть, это будет интересно смотреть, я думаю. Скажи еще, что тебе «Матрица» не понравилась. Нет, «Матрица» мне понравилась. На самом деле, у меня просто... На самом деле, я обожаю «Матрицу». Нет, скажем так, мне сначала она не нравилась очень в английской озвучке, то есть мне нравилась, это единственная, наверное, трилогия, которая мне нравилась больше в русской озвучке, чем в английской. Не знаю почему. То есть как-то мне... Ну, потом вроде посмотрел нормально. Вот. Ну, у меня просто три кассеты «Матрицы» лицензионные были. Это... У меня не так лицензионных кассет было, но у меня первая, вторая, третья «Матрица» была. И как бы я их пересмотрел все на несколько раз. Так на Blu-ray? Чё? На Blu-ray? Ну, Ray. На кассете VHS, Хав. Какой Blu-ray? Как же Коломбо? А что с ним не так? Это не ремейк, это спин-офф. Вы про что вообще? Наверное, про Звездные войны. Так причем Звездные войны, я про Star Trek говорил. Смотрел «Зеленого слоника»? Нет, но у меня знакомые, все уши мне прожужжало, как бы, мне хватило. И ты посмотрел. И адекватность моего знакомого, как бы, подтверждает, что я не должен смотреть этот фильм, если я хочу сохранить, как бы, хоть какие-то приятные воспоминания о... О слониках. Нет. Я не уверен, что, как бы, там вообще присутствуют слоники, начнем с этого. А чё Пух не в конфе? Он в конфе... Просто Пух контролит. Да. Блин, я так криво поставил все. Это не ремейк, а спин-офф. Да ладно, то есть вот Джей Джей Абрамс снял спин-офф, а не ремейк. Странно, что там те же самые тогда... Или это типа параллельная реальность какая-то опять? Или что? Что именно? То есть... Опять или просто... Или это типа приквел, или что? Как вообще тебя расценивать просто это? Реально? То есть альтернативная реальность вселенной Стартрека? Ну, блин, я-то думал, что это что-то типа приквела. Окей. Ну и Бенедикт Камбербэтч, естественно, хороший. Ты давай про игру. А, да. Во-первых, счет 2-0 до сих пор, вы могли понять. У нас Mirror Elf на эльф, Хав против Пуха, Пух против Хавка, соответственно. Вот. Я надеюсь, вся информация вам необходима была дана. Star Trek Abrams — это спин-офф. Там есть Спок из сериала в качестве отца того Спока. Не-не-не-не-не. Там Спок был в роли самого Спока. То есть Леонард Нимой в роли Спока был, а не в роли отца Спока. Вы чего? Не надо тут меня путать. Уж это я знаю точно. Все.
А наш огонек зашел Бонивур. Наконец-то человек, который может добавить больше в эту игру, чем я. Бонивур, ты не желаешь присоединиться к конфе и просто параллельно комментить игру, а я буду отвечать на вопросы. Потому что сам понимаешь, что из меня теоретик хоть и как бы интересный, но бесполезный. Захарик Уинто был Споком, а Леонард Немой там другого персонажа играл. Нет, Леонард Немой играл там Спока. И Захарик Уинто играл там Спока. Они оба играли Спока, просто из разных времен. А ты играл Спока? Да. Бонич либо не слушает стрим, либо, я не знаю. Да он кидал. Так его нет, как-то нет. А, он ливнул из чата. Вот, вот это бы не во. Привет. Ребята, не заходите больше к нему на стримы. Даже если он будет хоррор стримить. Какой любимый персонаж в South Park? Принцесса Кенни. Хватит заводить. Я. Ну, трудный вопрос просто. Я бы сказал шеф. Шеф? Да. Хотя да, он прикольный. Hello, children. У меня, естественно, не получится как бы... как надо, но... он был прикольный. А Картмана и всех остальных озвучивают одни и те же люди. У них вообще одна женщина озвучивает все женские роли в игре, как бы. Прикольно. Да. То есть... как делают Картмана, это записывает голос Трея Паркера с небольшим, как бы, питч-дауном, а потом питч-ап делает. А ну, как же это? Вот, что? Да ничего. Ну, Евгений Рыбов неплохо, кстати, тоже озвучивал Картмана. В переводе MTV, я имею в виду. А, вы вспомнили еще... мистера Маки. Мкэй. Мкэй. Это даже Мкэй. Сек. Окей. У нас тут напряженная битва на самом деле. Какие-то. Сейчас к нему подойдет системный администратор, и мы будем разбираться, что же там не так. Может быть, у него отключился монитор. Может быть, что-то еще. Угу. Надеюсь, в скором времени есть. Нет, просто фанаты проломили кабинку, где Пух сидит. Нет, у нас очень серьезная охрана, вплоть до того, что фанаты тупо не знали, где проводится турнир. Поэтому. Вот. Окей, ну что, го? Да, го. Давай, 3, 2, 1. Давай. Фу, он манер. Ой. Бонивур тем временем катает лалец. Ну, бог помощь ему. Слушай, он мне все колодцы убил. Да ладно. Сделай что-нибудь с ним. А почему приза на стриме нету? Почему есть? Только приз не в курсе, что он есть. На этом турнире. Сейчас я посмотрю, присутствует ли приз в чатике у нас. Будешь палить? Нет, приз в чатике отсутствует. Вот так всегда. А может быть, как бы стоит сыграть в Brood War как-нибудь, нет? Как он такой? Я вообще ни разу не играл. Ну, разобраться-то можно. Ни разу в Brood War не играл, или как вообще возможно? Ну, вот так как-то мимо. Хорошо, меня а в Original играл? Ну вы, блин, даете. Эй, господа. Your building is complete. Our
каком плане? Она должна что-нибудь сделать или как принцесса? Ну, она вообще не в курсе, как бы начнем с этого. Как бы это инициатива организаторов и участников была. И я не вхожу ни в ту, ни в другую, как бы, группу. Я вообще не знаю, зачем я здесь, на самом деле. Ты дополняешь в наш стрим изюминку. Я дополняю ваш стрим изюминку. Хорошо, не будем придираться к словообразованию. Потому что он контролит все-таки, а это сложно. Ну вы сравнили «Властелин колец» и StarCraft Brood War. Вы что? Мы же не на форуме тут любителей кино. Кино. Я, кстати, считаю, что фиолетовый эльф больше идет, чем красный. С чего ты взял? Ну, не знаю. Начнем с того, что герб сам по себе с оттенками фиолетового у эльфов. У них есть герб? Ну, привет, да, как бы. Ух, по-моему, за свитком убежал. ГГ. Я чувствую, БО-7 быстро подходит к концу. Да, все. Мне кажется, Пух просто поддается, потому что ему нужно в качалку идти. А не поздно ли? Я вот тоже ему сказал, самое лучшее время для качалки это с 3 часов. Я вот постоянно в это время хожу. А вдруг прикинь, что Пух специально так делает, чтобы потом тебя троллить и ты. А, чтобы типа, все, теперь она твоя. Да-да-да. Battle of Good Game будет? Скорее всего, нет. По крайней мере, не под моим организаторством. Не, сейчас камбэк будет 4-3 от Пуха. Ну, если 3-2-2, то да, будет камбэк. И 3-2-2 не в плане даже денег, а в плане того, чтобы устроить шоу. Чтобы зрители так, равная борьба. Пух куда-то отошел. Ненавижу Кавка, он обижает моего любимого стримера номер 2. У меня уже поднимается давление. Черт, придется сливать. А кто спорт? Кто твой любимый стример номер 1? Банивур или Тей? Причем тут Банивур или Тей? Так. Я бы ставил на это. Цитадель будет завтра. Последняя часть. Там 3 миссии осталось. Ты стримишь в стриме Михалкова, что ли, или что? Цитадель, говорит, будет завтра. Ну вот, а ты знаешь, что незаконно стримить фильмы у нас на Good Game? Что там с рекламой-то? Слушай, а реклама появилась, 74 рубля, да я богат. Ты же охренеть можно. Я столько за неделю не зарабатываю. Ну, на стримах я не вижу. А как же у тебя в Good Day-те народу сколько было? Ну, что ты стримил ночи в этом и еще что-то ты стримил. Второй Good Day с Дэном. У вас вроде тоже народу там много было. Майкер топ-1 стример. А вот неправда. Неправда. Майкер не может быть топ-1 стримером, потому что он администратор. У него как бы есть... А просто админ тут я. Нет, просто видишь, это нельзя быть одновременно и администратором, и основателем портала, и стримером топ-1. Потому что иначе как бы это... скажем тебе... как это правильно сказать? Фору дает, короче. То есть у тебя и так как бы уже есть влияние какое-то на аудиторию. БСП, что ты думаешь про прайм-тайм? Я бы не хотел обсуждать эту тему, скажем так. Почему? Ну, мне ты вообще смотрел начало. Стримы с прайм-тайм? Мне не понравилось начало прайм-тайма. Именно открытие? Да. И после этого я решил не смотреть. Ну, ты очень многое теряешь. Не уверен. Не уверен. Как ты ослышишься к слову Михран? Я бы вообще банил за это слово, но так уж получилось, что Диан... Разрешил. Перерез мне.
Ну, там были просто свои политические мотивы, поэтому, как бы, сделал это общепринято немножко. Но, как бы, в свой адрес я точно баню, ребят. Как бы, и на своем канале я тоже могу банить за это. На других я, как бы, остаюсь нейтральным к этому. Угу. Ждем пока пуха. То есть, если вы себя считаете таковым, но мне, как бы, обидно за вас. Ну, они, знаешь, они не выбирали свою судьбу, они их просто, не, ну, так просто назвали. Ну, просто, блин, вообще, как бы, использовать слово, в состав которого входят, как бы, экскременты, как бы, мне не видится прям такой радостной перспективы и забавной. Устрой стрим по Papers, Please, твоим умением пародировать будет весело. Да, я уже прошел ее, мне неинтересно там бесконечное. Фоллин, я не играю в Injustice. Тем более, у Пуха явное преимущество в файдингах. То есть, я хоть их в них и много играл, но я не такой затронутый. Сыграйте в Guilty Gear с ним? А, это что вообще? Ну, это файтинг, а ты любишь аниме, поэтому, как бы, все интересы, как бы, встречи. Почему мне вечно приписывают то, что я люблю аниме, это что должно, ну, значить? Ну, давай-ка подумаем. Начну я с описания твоего канала. Да, и что у меня в моем описании канала? А ты поменял картинки козлинов. Я удалил все картинки с аниме. Они были другие раньше, не надо. У меня здесь осталось только Нова и... какая-то актриса из одного фильма. У нее только один фильм есть. Ну вот. Чё, готов? Да, готов. Давай, создавай. Погнали. Пуха, чё ты опять за... Это, я, кстати, помню, карта это на проплеевском турнире была. Прокапе. Или как он там назывался. Пух. Да, всё верно. Давай начинаем. Ты можешь тут сказать своим фанатам, которые тебя поддерживают сейчас? Что сказать-то? Ну... Привет, передай им хотя бы. Скажи, привет, фанаты. Я Пух. Они и так знают. Я, если честно, уже не помню, где здесь скрипит. Кстати, нам больше хуманы не упадают. Они обиделись на вас, я думаю. Думаю, ну и не очень-то и хотелось бы. Так... Так, БСП, ты залил с ВЦГ видосом? Это я должен был? Так я тебе сказал, типа, заливай. Я тебе тоже сказал, и что? Пух, представляешь, БСП не хочет заливать наши комменты с ВЦГ. Я не хочу заливать в одну... Я могу предложить вам залить первое видео и просто указать ссылки на предыдущие, потому что этот скролл на 8 видосов, это пользователям придется вот... БСП, видишь, он только этим... Идет, подчиняется, так, только вышестоящим органам. Да. А вот оно что, да? То есть, ребята, нас это с Пухом не ценят на Good Game. Наши видосы не должны быть. Да не, ну, ладно, кстати, на Good Game. Собственные друзья, можно так сказать. Да. У нас Undertale. Я даже не буду комментировать эти обвинения. Ну, да, что тут скажешь. Беспричинные. Го против Пуха. А, Half BSP, Го против Пуха в Хардстоун. Я в него ни разу не играл. Да я не играю в Хардстоун больше, я играю в Injustice. Больше. Ты играл хотя бы в него, я нет. Ну, я играл, ну, в смысле, поиграл в все игры Blizzard. Новые игры Blizzard, она быстро надоедает. А они, кстати, Blizzard выложили в свободном доступе, по-моему, 20-летней давности... Да, платформер свой, старый. Я не помню, как же он назывался. Кстати, прикольный, можешь на стриме пройти, интересно. Но я помню, когда я смотрел ретроспективу Blizzard, что там как раз он обсуждался как из, в рамках первых, то есть, игр. Пух, что за масс бараки? Все четко. Остановись. Что такое DS? Dark Souls. А есть еще варианты? Какой твой любимый супергерой из... А, DC, господи. DC комикс мой какой-то. DS, нет, это у меня спросили. Ну, хочешь ответить твой, но твой, скорее всего, Бэтмен, поэтому. Нет, Бэтмен там все. Зеленый фонарь. Блин, еще хуже. Зеленый фонарь — это вообще гейский какой-то персонаж. Не, я играю за Киборг. За кого? Киборг. Ади! Киборги! Ади! Заполонили! Этот? Кстати, там. Я не особо фанат DC, но
Фу, войско. Если пришлось бы выбирать. А Джона Хекс не DC? Ли? Или это вообще какой-нибудь Dark Horse? Это не помню. Пук, ты что творишь? Остановись. Так, там какие-то вопросы еще, по-моему, были, я пропустил. Смотрел фильм Бруно? Нет. И слава богу. Это где про свинью? Нет. Не про свинью, это где Саша Барон Коэн? Нет. Бруно это про малолетнюю. Про малолетнюю беременность. Нет. Пух, это где Саша Барон Коэн? Я и говорю про свинью. Хуй свинью. То есть... Бруно это второй фильм после Бората, по-моему. А, это да, там одна и та же хрень. Ну я посмотрел 10 минут и выключил, короче. Я не осилил накал идиотизма в нем. Но мне как бы напрягает, что товарищ Михран уже как бы, его как бы библиотека фильмов складывается из зеленого слоника Бруно. И сразу начинают какие-то подозрения возникать по поводу... предпочтений интересов этого человека. А напоминаю, что счет 3-0. У нас сегодня чемпионат ГГ между двух единственных участников этого чемпионата. Призовой фонд скалируется от ваших пожертвований. Если они были. Но БСП не умалчивает. Они. Слышь, задрот, давай отпусти уже. Че это за херня? Иди отсюда. Такой задр, я в шоке. Просто отвлекся чуть уже все в сураунде. БСП, вы вчера допрошли Dead Space или еще что-то? Да нет, конечно, кого там миллион лет там проходить этого еще. Особенно с Бонивуром. Посиделки в инвентаре. Хотя вчера был момент, конечно, когда я немножко кранил, но это просто из-за непонимания тупо. То есть как там устроено это место? Скала на меня постоянно падала, я не мог врубиться, почему они могут перелететь с одной стороны на другую. Кстати, ребята из в чатике, если вам интересны вот такие форматы БО7. Хавк против Пуха, ты имеешь в виду? Не, ну не обязательно, я просто могу Кэша позвать, например, мы с ним с БО7 сыграем на рандомах. Еще каких-то игроков. Зови Ская. Нет, Ская не позову. Почему? А что так? Ну, во-первых, у меня нет контактов, и во-вторых, он вряд ли согласится. Тяша, у тебя же есть контакт? Кого? Тяша. Нет, у Тяши там с Прадом он общается, они в одной тиме. Смотрел Крестного Отца? Конечно, да. Не жалко, что решил играть по Dead Space. Но мне, честно говоря, скучно как-то становится. Не знаю, почему. Бонивур зевает. Да, что-то Dead Space как-то, не знаю, не то. Что там вообще Пух делает-то? Я не могу раскрывать эту информацию, Харк. Тебе говорят, пусть Юмика позовет. Ты хочешь позвать Юмика? Ну, блин, он вряд ли за просто так согласится. Согласится. А за спасибо? Че у тебя тут за коты? А че у тебя первый левел? Ты не качаешься? Да, зачем? Уже и так качок, куда? А че у тебя третий левел? Ну так, покачался? Я качок. Нож кидай. Уже. Так, у него фаст мишки, кстати. Ну с первой варденочкой. Здорово, как хорошо, что Хавка без меня как бы знает, что ему надо. Ну, я разведку периодически делаю.
блин, и стафы еще не покупал. Our forces are under attack. Сколько пух жмёт, спроси. Фух, я спрашиваю, сколько ты жмёшь? Жму что? А вот не важно. На смите. Сколько ты жмёшь? Может быть, рук сколько ты жмёшь в день? Ну, вот и я тоже. Сколько рук ты жмёшь в день? То есть поэтому мы можем понять, сколько у тебя как бы знакомых. Потому что вряд ли ты одному и тому же человеку будешь несколько раз сжать руку. Какой твой любимый актер? Дэнни Девито. Не-не-не. Мне как ты тут сову поставил? По голосу мне нравится Джереми Айронс. А по фильмам, в котором участвовал, скорее всего, Джефф Бриджес. Ну, вот так вот, на скидку. Хотя, естественно, то есть я рос на голливудских боевиках, там, со Шварцем, Сталлоне, Уиллисом и прочими. Сталлоне. Нет? Что? Сталлоне. Я его назвал. Ну, надо его два раза называть. Зачем? Ну, потому что он крут. Хотя мне Ван Дам больше нравится. У меня, кстати, была запись путешествия, да, фильм так назывался, по-моему. Или как? Где-то он чемпионат по боям выигрывал. Джеки Чан. Джеки Чан, ну, он веселый, но далеко мой, не мой любимый актер. Как тебе новая реклама с Ван Дамом? А, прикольно, если вы про то, где он там на грузовиках раздвигает ноги. Раздвигает ноги, может садиться на шпагат? Нет, раздвигает ноги интереснее звучит. Что такое? Ну, шутка хорошая. Я не знаю, о чем ты подумал, у меня сразу шпагат был в воображении первым. Скажем так, представился. Ну, мне прикольная как бы пародия, ну, Ченнинг Татума, не видели? Да там столько пародий этих было. Там даже вот так вот пародия тоже была. Твой топ-5 отечественных фильмов. А, скорее всего, это все советские фильмы в основном. Пух-бог просто. Разве что фильм 12 и «Мы из будущего», по-моему, мне нравился более-менее. Это там, где они в этот... Что? Ну они приехали на раскопки и там да, попали, да, да, короче, да. Назад в прошлое. По-моему, неплохой фильм достаточно был. Ну, так. Вот. Ну и 12 тоже такой прикольный. Мне очень нравятся фильмы, где, знаешь, они там сидят, триндят. Ну, вообще бы, у нас Пух специалист по фильму. Такая. А, что, потом? Пух специалист по фильму. Да, ну не знаю, ну вот как бы... 12 стульев, это я говорю, к советским фильмам уже относится. То есть, я имел в виду, которые постсоветские какие-то. Вот. То есть, как бы, особенно приключения Шурика там, да. И все эти фильмы с Никульным, Вициным и Моргуновым. То есть очень, очень здоровские. Жаль, что сейчас всякие эти, ну, извините, отстойные ремейки на хорошие фильмы делают и получается просто... Полностью с тобой согласен. Я даже не озвучимая тема получается. Расскажи, как клеить цепочек. Берете цепочки и клеите их. Как же брат, брат 2? Ну, честно говоря, не знаю, мне не фанат. Вот брат 2 и брат... Брат 2 я, по-моему, вообще не смотрел, а вот... Брат посмотрел, ну как бы, окей. Как смотришь Bad Comedian? Да, периодически поглядываю, но не все выпуски досматриваю до конца. А уральские пельмени? Что? Смотришь? А, они тоже делают рецензии на фильмы? Нет, они просто шутят. Нет, телевизор я не смотрю. Так не обязательно по телевизору их смотреть. Я так думал, они как бы как КВН идут по телевизору, нет? Ну, ну по телевизору показывают, но можно и в интернете же посмотреть запись. Ну нет, я не фанат, в общем.
Окей. Конкретный вопрос Пуху. Сколько ты жмешь лежа? Что жму? Штангу, гантели. Ну, извини, как бы, я не могу тебе отсидеть. Ну, ладно, Пух, я добавлю штангу. Лежа где? Наклонной скамье, обратно наклонной, горизонтальной. Стандартный жим лежа. Стандартный для чего? Смотри, как он уже странно отговорки какие-то пошли, да? Нет, просто вопрос некорректный. А, хорошо, некорректный. Как играть против орка? Просто вопрос, как играть против орка? Кем, когда, на какой карте, за кого, в какой ситуации? Пух, ты вообще крипил точно? Не, вообще нет. Ты все закрипил. На вопросы из чата отвечал. Окей. Бумер. Вот бригада Бумер мне на самом деле вообще не нравились. Я их, то есть я посмотрел немножко и как бы и все. Да, я не фанат вот таких фильмов, честно скажу. То есть... А, Пух не ответил, да, на вопрос еще? Он ждет подробностей. Человек перефразировал. Жим штанги лежа в горизонтальной скамье. В? Может, на горизонтальной. На, я неправильно прочитал, пардон. После этого высказывания я вообще не люблю. Окей, Тоник 89, я думаю, я справлюсь с этой трагедией. Короче, Пух не жмет. Чатик, вы куда? Ну-ка. Да. Сейчас потом пойдет это. А в каком зале? Еще там что-нибудь. Какой тренер у меня должен быть? Ты же вроде отвечал, но стопудово человек спрашивает не из моего. Ну, наверное, как бы народ. С моего канала, потому что я всем отвечал уже много раз. Я тоже сразу сказал, что я 10 кг жму и все. Ты не бойся, Цоя не слушаешь. Я, когда учился играть на гитаре, слушал, а потом нет. Как бы вот так две стадии мне было. И дальше мы идем гулять. Блин, почему-то я постоянно, когда теперь я пытаюсь кого-то пародировать, у меня получается Лещенко. Я не знаю почему. Такой бред. Мы, кстати, было 7, все 7 игр играем. Угу. Не, все это ладно. Не, ну просто... Мы должны все игры сыграть. Че ты там ставишь? Город. Пух решил за это... Зачиздерить. Это не Лещенко, это Миколай. В смысле? Ты же Лещенко. Вы что, ребятки? ПСП, где купить дерево? Думай. Тебе отличный ответ хватит такой или нет? Я предлагаю погуглить, Хавк. Где кто торгует древесиной? Да. Где купить дерево? Стандартный запрос на Google. Нифига там у Пуха народа. Ломба. Так, как у нас там обстоят дела на главной Good Game? Очень интересно. Fascinating. У нас, кажется, сейчас будет атака.
май гад. Итак, вы победите. Да, БСП должна объявлять. Все, да, все равно, чтобы оспорить титул топ-1 Good Game, тебе надо выиграть сначала, ты сам знаешь кого. И победителем чемпионата Good Game за звание топ-1 Good Game среди участников в количестве двух человек становится БСП. О-о-о-о. А ты, Пух, не хотел играть? Вон, смотри, сколько народа. Блин, конечно, не хотел, потому что я играю в другую игру. Так я тоже в Warcraft не играю. Ага, я и смотрю, какой ты задрот. Просто посмотрел в другую часть экрана, чуть все там начался, потный блок, там, не уйти вообще. Да, 4-0, как выиграл. Ну, можете поиграть 2 на 2 скин. Не, мне уже надо идти, Хавка, просто, блин. Не да знаю, я понял, у меня пух до этого. Почему-то еще сказал, лучше что... тренировка игру со мной, вместо того, чтобы найти себе комп эльфа и потрениться перед матчем, не знаю. Нашел какого-то пуха. Да, не говори. Ладно, всем спасибо, давайте. Давай. Пока. Счастливо. Я зато 100 рублей на рекламе заработал. Ну все, стрим каждый день так. А, Пух сказал, что я должен был победить сначала Маготика, но Маготика я недавно 2-0 выиграл. А мы не видели. Нет, у меня запись есть, и у нас на стриме все было. Монтаж, наглый монтаж. Чтобы подтвердить это звание, ты должен в режиме лайв. Среди... В режиме лайв было. Ну, а теперь говорят, было 7 с БСП. Ага. Не, ну как бы... У меня шансы столько же, сколько попасть в точку, скажем так. В точку? Да. Не, смотря как. Да хоть как. То есть шанс попасть в точку всегда один и тот же. Ой, смотри, БСП банит на часик всех. Не всех. Это предупредительный бан. Сказали, что Пух жмет 140 килограмм, инфа сотка. Окей. Ну, 140 килограмм — это много достаточно. Не, ну, смотря для кого, конечно. Ну, в общем, в принципе, все, да? Да, я думаю, все, то есть... Да, и БСП тебе тоже спасибо, что составил компанию. В общем, ребята, если вам понравился такой формат... Да, заходите на voice.com через ссылку в моем профиле и слушайте. А, хотел сказать, возможно, если бы Невур согласится, то с Санчесом будет реванш. От Санчеса. У тебя? Нет, ну помнишь, Бонивур с Санчесом играл? А зачем? Ну просто. Бонич же завязал с Вариком. Так он только с нами недавно играл. Go BSP против два хардкомпа. В смысле, против Хавка-то? Да я не знаю, как бы нужен ли двум компом. Двум компам я в команде. Я не уверен, что они согласятся. Сыграй с Пухом Инжастис, там есть Хав Герл. Хок Герл. У меня просто Инжастиса нету, а покупать я не хочу файтинги, потому что, ну, я не особый фанат. Вообще, ладно, всем спасибо, давайте. Все спасибо.